Самое масштабное по традиции в краевой столице. Утром возле театра драмы собрались более 6000 патриотов, чтобы принять участие в торжественном митинге. На площадь вынесли гигантский триколор размером 10 на 15 метров. Под звуки гимна стяг подняли на самый высокий в крае флагшток. Флаг – это символ страны, это праздник, это патриотизм, это любовь друг к другу, к своим ближним людям, это единение. Участники торжественного события выпустили в небо сотни шаров – синие, белые и красные. С днем государственного флага кубанцев поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор обратился к жителям края в своем микроблоге в Твиттере. День государственного флага – настоящий праздник. Наше знамя – символ свободной, сильной, независимой России. Поздравляю тебя, Кубань! Край, достойный нашей страны и день за днем защищающий ее честь под бело-сине-красными цветами. Для гостей праздника выступили лучшие ансамбли и вокалисты Кубани.